Привет любителям тортиков! Сегодня я буду делать не тортик, а капкейки. И капкейки у меня будут на йогурте. Значит, я сейчас буду называть количество на 24 капкейки, а в описании напишу на 12 капкейк. Так что вот обратите внимание. А сейчас, так как мне нужно в два раза больше, вот я говорю норму, которая идет в два раза больше. Что для этого понадобится? Яйца. 5 штук. Средние яйца S1. Вот я их уже вылила в чашу миксера. Сахар 450 грамм. Мука 450 грамм. Йогурт, вот он, 250 грамм. Йогурт берем натуральный, можно брать с добавками. Я хочу делать капкейки клубничные, поэтому и йогурт взяла клубничный. Дальше. Сливочное масло. Я его уже растопила. 200 грамм сливочного масла. Я его растопила вот такого состояния. И сейчас жду. И чтобы температурка у него была 40 градусов. Как раз. Хорошо, сейчас 41. Пока вам проговорю, будет 40 градусов. Разрыхлитель, который я высыпала уже в муку. 10 грамм разрыхлителя. Ну, пачечка разрыхлителя. 10 грамм. Цедра лимона. У меня один лимон полностью, цедра одного лимона. Помните, да, что у меня двойная норма. И щепоточка соли. И вот она, щепоточка соли. Все, это все, что нам понадобится. Значит, я буду делать все на миксере, на планетарном. Поставила, убрала венчик, поставила лопату. Значит, беру вот таким образом. Высыпаю сюда сахар, сразу весь. И на маленькой скорости перемешиваю. Здесь, значит, у меня мука, она у меня уже просеянная вместе с разрыхлителем. Я уже говорила об этом. Сюда же мы добавим соль и лимонную цедру. Вот так. И все это перемешаем. Здесь у меня подмешалось уже немного, сейчас немножечко побольше, посильнее, на двоечку включу. Пусть она помешается. Хорошо, размешалась. Теперь берем йогурт. Вот таким образом. Так, и сюда же вливаем масло. Немного прибавим скорости. У нас объединилось. Теперь всыпаем сюда. Сейчас я отключу. Вот так. И всыпаем сюда все наши сухие ингредиенты. Вот так вот. И опять включаем на перемешивание. Опять же я на второй скорости мешаю. Теперь прибавлю. Взбивать здесь ничего не надо, просто перемешивать, чтобы комочки все разбились, все, чтобы ничего не осталось. Разбиваем комочки. Так. Вот такая масса. У нас получилось вот такое тесто. Теперь нам нужно проверить, чтобы все промешалось, особенно со дна, чтобы все было промешано. Аромат такой идет, прям прекраснейший. Все, все нормально, на дне ничего нет, сухих ингредиентов нет, все вымесилось очень хорошо. Так, значит, все. Видно, какое у меня тесто получилось, да? Вон оно какое. Густое, хорошее такое. Вот. Все, сейчас будем раскладывать его по капсулам. Значит, я взяла вот форму на 12 ячеек. Положила, ну, какие были у меня в данный момент. У меня никаких не было, только вот такие вот бумажные формочки. Ну вот, положила их сейчас в них. За тесто я в мешок
кондитерский. Думаю, мне так будет удобнее. И по половине формочки сейчас буду заливать в каждую форму. По половине. Так, залила. Теперь ставлю на 180 градусов в духовку на 25 минут. Ну, и посмотрим, что там получится у нас. Я загрузила одну партию на 12 штук. Вы в курсе, да, что я сделала тесто на 24 штучки? Это тесто, которое может ждать. То есть есть такие тесто, делаем бисквитные, которые прямо вот сделал и тут же нужно в духовку. То нельзя стоять при комнатной температуре. А это тесто может спокойно ждать своей следующей партии. То есть я испеку сейчас и остатки тесто на остальную порцию снова выложу и отправлю в духовку. Вот они, красавцы какие, удалые. Теперь мы их все выложим на решеточку. Всю нашу румяную-румяную красоту. Все, красавцы наши сейчас пускай остывают до полного-полного остывания. А потом будем работать с ними дальше. Ну, а теперь будем делать вот так. Значит, я приготовила здесь две начиночки. Одну клубничную начиночку и вишневую начиночку. И вот сейчас мы половинку сделаем клубничной начиночки, а половинку вишневой. То есть 12 штук клубничной, 12 вишневой. А теперь вишневую. Так, а теперь, значит, готовим крем-чиз для шапочек, для капкейков. Для этого, значит, я опять же говорю, сколько у меня будет идти на 24 штучки. Я напишу в описании, сколько идет на 12 штук. Значит, здесь у меня 900 грамм творожного сыра. Сливок 300 грамм и сахарной пудры 150 грамм. Вот я все сразу сюда налила. Одеваем лопату опять. И сейчас для начала включаю на самом слабом обороте, чтобы это вот начало все перемешиваться. Сейчас включу на третью скорость. Крем-чиз не взбивается, он перемешивается. И сейчас включу на пятерочку, наверное, где-то. У меня 6 положений у миксера. На пятерочку. Так, сейчас проверю, какое состояние у нашего крема. Вот, сейчас я еще буквально 10-15 секунд пробью на высокой скорости, на пятерке опять. Ну вот, наверное, и все. Вот и все. И нам наш крем-чиз готов. Вот он вот такой. Сейчас будем делать шапочки для капкейков. Ну, а теперь будем пробовать. Значит, я взяла белый и чуть-чуть с одной стороны подкрасила
сиреневого, капельку буквально капнула, и все. Все, эти сейчас будем делать, немножечко другой цвет сделаем. А здесь развела немножечко с лаймом, добавила пару капель лайма. Теперь дальше будем украшать. Теперь сделаем вот такую красоту. Вот так. Вот такая красота. Симпатично? Я думаю, что симпатично. А теперь ту сторону украсим. Ну, вот такая будет у нас выглядеть красота. Как? Нравится? Если нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот такие у меня получились капкейки. На этом все. До свидания.